Итак, друзья, уже подъезжаем к Москве. 60 километров осталось. 18 до ЦКАДа. Образовалась небольшая пробочка. И сразу же поперли обочечнички. Ну, мы их, конечно, пропускать не будем, сколько сможем. Может быть, кто-нибудь поддержит. Так, первый обочечник у нас слинял. Там я вижу, дальше тоже едет, несется один на всех парах. Его мы тоже, конечно, пускать не будем. Все, кто хочет объехать по обочине, могут стартануть вот по убитым дорогам. Ради бога. Я не против. Пробочка на самом деле небольшая, все дело в ремонте, вот. Но им все равно надо быстрее прорваться. Вот я вижу сзади Ford белый, вроде как помогает, респект ему и уважуха за это. Volkswagen захотел прорваться, но нет. Ну что ж, один прорвался, ну ладно, ничего страшного. Сзади у нас еще стоит Porsche. Еще целый отряд бедрил. Целый отряд бедрил. К сожалению, дальше никто не держит. Ну, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? А ничего. Будем держать так, как можем. Дай-ка мне камеру. Респект белому Форду, который помогает держать. И бедрилки уходят у нас в полосу. Это хорошо. Прорывается маршрутка. Вот так, ребятулечки, мы проехали эту пробочку небольшую. Все обочечники очень недовольны. Все едут, пытаются снимать на свои телефончики. Вот, сзади бедрилка тоже этот на... Так, тут еще у нас дальше идет пробочка, поэтому мы продолжаем. Ох, прорвался, хуй пошел сразу. Очень он недоволен был. Что-то хотел сказать, но не смог. Интересно, далеко ли уехал вперед? Потому что там довольно-таки плотненькое. Покажи вперед. Довольно-таки плотненькая там обочина, и я не знаю, насколько он смог. Ну, посмотрим, может быть, здесь кто-нибудь попробует рвануть по обочине, по этой узкой. Будет забавно, если маршрутчик стартанет. Но я думаю, что он не сделает такое. Что это было, я не понял. Что хотел изобразить Фолькс?
Непонятно. Ну, мы его не пустили. Так торопился, что встал на встречке. Видите, на встречной обочине. Сейчас поедет, объезжая весь поток. И вклиниваться будет где-нибудь там. Видите, как прекрасно ездит. Рожа не отягощенная интеллектом. Ничего удивительного. Торопится торопышка. Прогревает пока мотор, сейчас шины готовятся к старту. Вот еще один такой же. Упс. Давай. Ох, красава. Этот один очковал, с товарищем поехал. И еще у нас один такой же, Вася. 71 это Тула, между прочим. Сегодня у нас и Тула, и Тамбов отличились. И Брянск. А Брянск не было, кстати. А не надо нарушать! Не надо нарушать! А зачем вы так делаете? Все спешат? Да. Да. Хорошо. Ох, как тут опасно ездить, ребята. Не дали доехать до вас. Кто? Кто? Алексей, ой, Андрей, Мариныч, кто тебе не дал? Кто этот нехороший человек? Или хороший, не знаю. Мы сейчас на М7, и сзади еще едет вторая колонна, пять машин. Так, сзади нас догоняет ДПС по обочине, поэтому они сейчас все будут смещаться. Посмотрите внимательно. Сзади едет машина ДПС. Наверное, кто-то ждал нас. Я прямой стрим веду, так, наверное, они посмотрят. Чувак на Hyundai Solaris, он просто не теряет надежду. Но это надо быть просто уникальным человеком, я не знаю. Сзади еще и скорая едет. Или это не скорая, подождите. Скорая? Это скорая помощь летит. Да, скорая, Виталик, уходи. Hyundai Solaris едет по обочине, это тоже едет по обочине. Это на их совести, то, что они скоро. И вот сзади едет ДПС. Сзади едет ДПС, показывает ДПС. Давайте наказывайте их! Говорю я ДПСникам. Что они будут делать, сейчас мы посмотрим. Скажите ДПСам, чтобы тормозили этих мотоков. Все слышно, класс. Кого он встает? Какой-то Opel или Kia вот эту. Будем тормозить, нет? Все, их взяли. Наказывайте их по полной программе. Вот так вот, а нехрен ездить по обочине. Снимай ее. Вот так, друзья, в прямом эфире мы творим добро и справедливость. Интеллигентная женщина в очках, преклонных лет. Спасибо. Преклонных лет. А я сейчас с ней разговаривала, она меня молчала.
Сейчас ДПС поговорит. Едет. Поехал. Делаю, вот. Все, давай. Виталь, давай. Хе-хе-хе, ребятки. Виталя Красава. Ребятки решили, что раз ДПС проехал, то все, можно теперь делать все, что угодно. Но нет. У нас получается сейчас 6 машин. Газель, которая держит... Ну, это не газель, я не знаю, как она называется, какая-то там машина. Держит обочину, ее страхует Волга. Два такси, ребята. Ну, хотя я не уверен, что это такси. Ну, только не пропускайте, пусть он туда кто-нибудь уже поедет. Обижаешь? Он все-таки решил вперед поехать. Пускай он едет вперед, ничего страшного, это не беда. Сейчас будет Юрика поджимать. Land Cruiser Prado 150. Обиженный, дяденька, обиженный. На крузаке хочет обойти еще. На крузаке хочет обойти, но это не про нас, а это про кого-то другого. Андрюх, про этого человека. Держи, Андрей, который на крузаке, держи. Нормально, все, держу, все хорошо. БМВ включил. Камера, я ухожу. Включил аварийку. Впереди камера. Смотрим, как Бэха сейчас стартанет под камеру. Ради бога, пускай. Они же все готовы заплатить штраф. Они ничего не боятся. Ради бога, пожалуйста. Что? Все? Как только камера, весь твой запал пропал, вся твоя смелость пропала? Как же так, ребята? Я не понимаю, что происходит? Почему это так? Сейчас камера, конечно, не выстраивается, вряд ли. Вот тебе и вся смелость. Вот тебе и вся твоя прыть. Все твое, ты готов оплатить штраф и так далее, и так далее. Ничего ты не готов. Ты такой же очкошник, как и все бедрилы. Но куда ты лезешь? Куда? Куда ж ты едешь, дружочек, пирожочек? Обиженный крузак, Андрюха, рядом с тобой. О, ой, привет, моя любовь показывает мне факт, я ей в ответ отправил воздушный поцелуй, потому что, ну, не повезло женщине, что поделаешь, возможно, у нее какие-то проблемы, но я в этом не виноват, поэтому я всегда ей посылаю воздушный поцелуй, пусть человек радуется жизни, хоть здесь, на трассе, ей даже, скажем так, повезет. Так, мы едем дальше. Этот смелый парень, который так гнал по обочине, который готов был оплатить штраф, он встраивается в полосу, едет с семьей, с детьми, с ребенком. Пускай он едет где хочет. Смелый парень, который готов был оплатить штраф, что-то там еще, но увидел камеру и... Начинается. Увидел камеру и... Да, это секвоя, не тундра. Ну, та же тундра, только секвоя. Вот, сейчас он будет пытаться встроиться обратно, но тут его ждет сюрприз. В виде нашей колонны, а слева еще нас поджимает БМВ. Так, секвоя. Думает, что он раз на большой машине, то он очень крутой чувак, но нет, нам глубоко плевать на размер автомобиля и на твою прическу, братан. Сними этого чувака. Почему он едет по обочине? Ну, почему ты едешь по обочине? У Тойоты закрыто окно, поэтому с ним не поговоришь. Да о чем с ним говорить? А смотрите, только проехали мы камеру, и столько бедрил с ними назад. Сразу же нарисовались на горизонте и хотят... Люди готовы оплатить штраф, да? Ты готов оплатить штраф? Ты готов оплатить штраф, да, если что? Если что, то да. Вот, а почему ты тогда камеру объехал? Вот, видите, нечего сказать человеку, все понятно? Так, секвоя... Секвоя отдыхает, секвоя, никуда она не проедет.
Следующая партия бедрил надеется на успех. И сейчас будет прорываться по обочине. Но я уверен, что у них ничего не выйдет. Сравнились с Виталиком. Не делайте большие разрывы между другом. Естественно, лента у секвойи намотана на зеркало. Говорит о том, что он патриот. Говорит о том, что он все могет. Вот Ауди моргает нам дальним светом фар. И сейчас будет прорываться Ауди Q7. 33-й регион Владимир. Он ехал, проехал. Хотел справа тебя обойти. Проехал долгий путь. Снимай сзади их тоже. Долгий путь из Владимира, но не судьба. Не судьба. Вот это тоже. Сними рожу их тоже, чтобы все видели этих людей, которые ездят по обочине. Которые... Вальвист, привет. Вальвист, ты, пожалуйста, как модератор, следи за сообщениями и все такое прочее. Что-то у нас сегодня как-то не получается. Вот. Аж пересохло во рту у меня. И от таких... Не готов зачмурить такси, который стоит на обочине. Я готова прямо его прижать, зажать. Там их много. Вообще машин. Не надо никого прижимать, зажимать. Едем как едем. Вот едем нормально. Все, давайте без эксцессов. Они никому не нужны. Наше дело предупредить. Их дело... Ой, нас снимают. Привет. Нас снимают. Вот они в прямом эфире нас снимают. Ну что ж, это здорово. Постоянно перед камерой держи их, а там посмотрим, что дальше будет. Это здорово, что все друг друга снимают, все друг другу улыбаются. Позитивненько. Бедрилы пытаются объехать по обочине, но не сегодня, друзья, не сегодня, потому что с нами Виталик, рабочий объем, с нами Ирина, доброе такси, с нами еще несколько человек, которые помогают нам держать обочину, и это очень круто. Но велосипедист с нами сегодня держит обочину. Пошел, красавчик. Так, Лада, Лада, Лада. Лада идет под камеру, потому что не надо нарушать, такая борода у тебя. Священник, что ли? Сними его сзади там. Нет, Бог ему судья, как бы, давайте не будем судить. Насрать на него. Дальше у нас еще хватает там обочинников. Готовьтесь, ребята. Очередная партия бедрил. Очередная партия бедрил несется по обочине, пытаясь прорваться, пыля и насаждая нам свою точку зрения. Но мы глубоко плевали на них и не будем их пропускать. Не будем. Не будем их пропускать. 152-й регион, Нижний Новгород, друзья мои. Напишите ему, этому Туарегу, какой он нехороший человек. И сзади еще Мазда едет. Активнее, активнее надо работать камерой. Пишут в комментариях, показывать спереди, зад, все дела, чтобы все видели, какие тут хулиганы. Началось, блядь. О, целая арава, целая толпа ребята едет. Этих бедрил, которые хотят проехать чуть-чуть быстрее. Ох, как сейчас было опасно впереди. Давайте, вот это вот очень борзый. Этот борзый чувак на Субару кидается яблоками. Останавливайте его, слушай. Давай поговорим с ним. Ах. Блядь! Все. Играй, игрока. Внимание, ДТП. Что не делать? Внимание, ДТП. Усатый хрен. Так, ребята, мы сейчас пойдем посмотрим, что и как. Мы встанем вот здесь, чтобы обочники не смогли проехать. Вот этот крутой чувак на Ниссане. Крутой чувак на Ниссане хотел всех объехать. Показывает нам пальчик, совсем некультурный молодой человек. Ну как же так? Ох, еще один палец. А еще один засунешь? Ну-ка давай. Покажи еще, на что ты способен, дружище.